Всем привет, дорогие друзья! С вами Андрей Беттер, Naked TV. Всем здорово. Всем здорово. Ты как не родной, блядь. Всем здорово. Не стесняюсь, пацаны. Так, ну ладно. Итак, не успела закончиться операция «Зимняя охота», как у нас, как разработчики радуют, так сказать, нас новой операцией. Называться она будет «Атлас войны». Андрюх, я так скажу. Никитос. Ты и там проебал, и тут проебешь. Мне... да, тот турнир, к сожалению, мы просрали. Но ничего. Ничего, как говорится. Видишь, Warface нам дает второй шанс. Тебе, мне. Но я удалил игру. Да. Дай бог тебе. Четенько. Он ее удалил вот так вот. Четенько. Короче, давайте приступим уже к изучению этой операции. Посмотрим, что в ней есть. Стоимость доступа 700 кредитов. Друзья... А, призовой фонд на данный момент это сколько уже? В течение трех часов, четырех, уже призовой фонд 617 тысяч рублей, ребят. Это я скажу вообще просто. Накрутка. Накрутили. Ладно. Цепочки заданий для ПВЕ и ПВП. Ну, здесь как-то по-новому. Здесь никак, я думаю, как в зимней охоте будет, да? Думаю, что-то нам приготовили разработчики, видите, тут еще в розовом таком гламурном московском цвете. А как ты думаешь, там типа этот будет, что ли, как я понимаю, типа тоже оружие, да, там? Ты смотри, награды, ребят, за достижения глобальные. Опа, новые скины, новые камуфляжи, фортуна. Блять, у меня сердце заболело. Сайга, М-ка, я вижу топор здесь, я вижу калашников, я вижу Макмиллан. Друзья, с Макмилланом сейчас никто почти не играет. Зачем на него делать скины? Кроме меня. Но я не играю теперь в Warface. Дальше. Уникальный турнир для участников. Я думаю, он будет такой же, как и в зимней охоте. То бишь, ты будешь один там играть и один выживать, так сказать, да? Ну, походу, да. Возможно, нифига себе. Переработка карты мосты. Но это, я думаю, выйдет она к Open Cup, потому что карта уже Open Cup-овская. По сути там. Вот. И смотрим. Камуфляжи по работам игроков. Это, то есть, они сделали идею, как извиняюсь, в CSGO. Там есть мастерская, люди делают скины сами, на фотошопе там делают, рвут. Жопа. Ладно, мы что-то в CS ушли, мы сейчас в Warface. Ну, короче, камуфляжи по работам игроков. Никитос, что ты вот, скажи мне, что ты думаешь по поводу этих скинов? Я, понимаешь, я кроме Макмиллана все рот шатал, отвечаю. Но это не серьезно, ну что, я удалю, дай я удалю сразу игровой центр, подожди, сейчас. Достигайте глобальных целей в событии и получайте потрясающие награды. Это в глобальных, а в персональных у нас вот такие вот нашивочка и значок. Какая? И жетон. Нифига себе, слышишь? Да. Ты... 100 наград за 100 уровней. То есть, я так понимаю, то, что будет 100 уровней, как в зимней охоте, и какие-то будут типа вот этих вот черепков бонусных. Ну, за которые ты, за черепки, за которые будешь ты покупать вот это пахать. Вот все. Да. Уникальные нашивки. Кстати, прикольный орел. Это горный орел. Андрюк, смотри справа, что это за степень лошадиной силы, смотри. Это яки, слышь? Это буяка. А это горный орел Вася. Не, первая лучше, как-никак. Первая была лучше, как-никак. Этот король пролетел, орел, он сказал, кар-кар, блин, дурак, это ворона. С первая... Режь нахуй, тебя люди захейт за эту хуйню. Слышишь, с первая, самое прикольное было первое. Отвечаю, вот реально. Ну, возможно, но смотри, новые модели внешности, Вася! У меня сердце заболело, ну нахуй, отвечаю. Блин, ну что, они прикольные. Вот, шлемы, кемпер, вот классный кемпер, вообще. Просто. Я походу... вообще обалденный. Друг, ты мне хочешь, чтобы я беспроцессивный? Скачай обратно. Чтобы я беспроцессивный. Ребят, кто хочет мне, пожалуйста, помочь? Вот, если хотите помочь фонд Никиты, да? Никиты ТВ, ссылочку я оставлю в описании. У меня беспроцентный кредит. Кто сколько может, короче, ребят, скиньте. Рубль. Копейку, 2 копейки, 3 копейки, короче, кто сколько может. Дай бог здоровья заводить. Ладно, это не суть, это мы поговорим еще попозже. Вот скины, новые уникальные скины. Блять, ну, пизду, слышь, надо антигриппин выпить. Смотрим дальше. Спецотряд. Ребят, вот это вот что-то новенькое. Наберите лучших оперативников, которые отправятся на специальные задания и принесут вам награды. Меняйте членов отряда, нанимайте игровых бойцов и подбирайте солдат под каждую миссию. Это вот что-то хреновое. Они реально лучше сделали. Кейсы это как были. Это понятно, да, это да. Закрытый турнир. О. Привет за добычей. Приступить, друзья. Приступаем. Да, давай. За добычей возвращаемся в Атлас войны. Я сейчас не понял.
Так ты, у тебя телефон этот, пришла смс-ка. Ну, все, нормально, значит. Так ты должен принять или что-то типа того? Нет, все нормально. У меня автоматически все. Итак, нас допустили все-таки к этой операции после маленькой паузы. Выполняй да. его достижение целей, выполняй глобальные цели. Призовой турнир, туда-сюда. Но пока что нам доступны А глобальные цели, как и в зимней охоте. Что сколько там 62 надо? тысячи рублей. 7 Давайте тысяч. посмотрим, что нам будет за 1,5 миллиона рублей. Увеличены награды за бои. Контейнер с камуфляжами. Переработка и карты мосты. Функционал обмена камуфляжей. Подожди. Типа они за деньги меняют карту мосты. Просто удалять все сразу. Друзья, ну я считаю, это, короче, опять будет такая же шляпа, как и зимние охоты. Я не Обещали пойму. Калашников, блядь. Ну. Прицел, я имел в виду. Обещали я на Калашников прицел и в итоге добавили его через месяца три, блядь. Но это фигня. Смотрим дальше. За 3 миллиона рублей, ребят, 3 миллиона. Увеличенные награды за бои на 48 часов. Контейнер с боевым снаряжением. Получение уникальных внешностей за сбор полной коллекции Атлас. Блядь. Какой коллекции? Я не понимаю. Создание камуфляжа для модели оружия по работам игроков. 5 миллионов рублей. Вы представляете, что такое 5 миллионов рублей, ребят? Это на 72 часа увеличенные награды. Доступ к спецотряду оперативников. Доступ к бонусам Варбум. И 7 миллионов рублей. Золотой контент. Я на 7 миллионов рублей могу, Никит, трешку блядь. Купить, блядь. Не вот знаю, здесь, я... Понимаешь? Трешку пойду, могу я купить. Вообще учиться не пойду, понимаешь? Золотой контейнер с постоянным золотым оружием. Турнир с призовым фондом и в рублях. Ну, короче, ребят, ничего нового. Будем ждать глобальные персональные цели. И там будем уже осматривать. Будем смотреть ход игры, сервера. Как они будут делать это все оперативно, или же будет как же, так же, как зимняя охота. И много ютуберов на это бомбило очень сильно. Бомбило так же, как так и нас. И я. Меня просто бомбило так, что, я не знаю, стул новый покупал, блядь. Вот. Да, собирали на стул. Ссылка в описании. Если вы хотите, покупайте операцию Атлас. Если не хотите, если вы думаете, что это все фуфло, все шляпа, ставьте лайк, нет, подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите помочь мне с последним кредитом, блядь? Да, ссылочка будет в описании. Копеечкой, ребят, копеечкой поддержите его, короче. Короче, вы поняли. Все. Все ссылки будут в описании. Ссылка на операцию, на Никиту, бомжа. И на все на это будет все. Все, всем спасибо, ребят. Всем удачи. Дай Бог здоровья. Давайте. Всем пока. Фартамасте, ой.